Всем привет! С вами... Ой. С вами я, Нян, и сегодня я буду снимать серию, но как же я всё-таки сижу в интернете, так... Чем я занимаюсь на ютубе, когда делать нечего? Ну, это на данный момент мой канал 22 подписчика. Ой, сколько прошло. На самом деле их больше, потому что оно очень много прогружается, на самом деле у меня. 1500 чем-то просмотров на канале уже. И также я сейчас зайду, кому же нам зайти? Кирилл Мастер, нет. Что? Видео вышло вчера, и позавчера, не помню. Так. Ой, зачем я на шаурму зашла? Мне вообще не нужна эта шаурма. Я люблю есть шаурму, но все равно. Марьяна Ро. У тебя вышло новое? Смотрела. Ба-ба-ба. Ну, короче, пока ни у кого не вышло видео, я сейчас вам покажу. Все-таки, ну... Все-таки, как же я делаю крутые слайд-шоу? Да. Вот. У меня есть такая программка, то есть она достаточно крутая, чтобы сделать крутое видео, то есть крутое слайд-шоу. Да. Ну, сейчас я вам сделаю одно слайд-шоу, так как мне делать нечего. Просто я вам покажу, как работать с этой программкой. Ну, сейчас пока загружается... пока я выговаривала название, оно уже... как бы включилось. Это начальная, то есть первая стадия, надо выбрать любую картинку. Вот я зашла в то место, откуда я и беру, в общем-то, картинки. Ну, вы тут все, надеюсь, картинки видели. Ну и в загрузках я брала, пока не стало вот так. Ну, в общем-то, я беру с рабочего стола, это... Понимаешь, я случайно, совершенно случайно, я его в Марьяну Ро туда загружала. Ну, на самом деле, там очень много по ней, всякое такое. Я собралась для вас делать слайд-шоу, но что-то пошло не так, и слайд-шоу слишком огромное получилось, и все труды утренние были зря. Я сегодня делала как раз. И также я беру все картинки у Пинки Пай. Некоторые картинки, конечно, у Пинки Пай просто мало тут. Ну и ППЧ. Кто не понял, что это? Это Пинки Пай черлидер. Тут только один намек на черлидерство. А так все остальное девушки квестрии. Я просто пыталась найти Пинки Пай черлидер. Она на самом деле... должна вот после её быть черлидером. Как бы не так. Ну, сейчас на ваших глазах я буду делать слайд-шоу, как я уже сказала. Ну, какой же нам слайд-шоу сделать? Вот это проблема. Ой, что это было? Что это был за выплеск звука? Я не знаю. Вот. Ну, может быть, мы сделаем... Ой, проект. Вам не надо туда смотреть. Вам туда не надо смотреть. Я для вас собиралась сделать кое-какой топ. Топ-5 лучших блогеров России. На первом месте у нас Ивангай. Потом идет... то есть ложка, Брендит. Фрост на пятом месте это Юзя. Ничего такого. А хотя... А ничего. Ну, дальше мы заходим в стайлы, то есть стиль, слайд-шоу и музыка. Я всегда выбираю нормальный стиль слайд-шоу. Ну, он такой крутой, на самом деле. Потом мы смотрим полученный результат, потом можем это отмонтировать. Весь результат мы можем отмонтировать. Как я уже и сказала. Сколько же это сидит? 4 минуты. Ну ладно. Извините, за такие звуки у меня что-то
микрофоне отвалилось, и теперь там вот такой звук. Трудный звук. Кстати, смотрите на новую заставку на рабочем столе. Это же My Little Pony календарь, так? Сегодня у нас 31 января. Январь, вот наш январь. И все? Также, ой, вообще не люблю эти звуки. Также у меня есть Fate's Rig. Сейчас потише сделать, а то тоже такие звуки будут сейчас. Fate's Rig. Ну, все звуки. Да ладно. Это такая штука, которая превращает вас в любое создание. Ой, я вам сейчас покажу. Вот. Ой. Эй, как это убрать? Ну ладно, я так буду. Бабушка. Как это убрать? Я забыла. Нет, не надо мне это, мне надо убрать. Как... Ну сейчас я вам, короче, покажу. Ладно, придется свою цепочку. Вон я. Не почувствовала я даже. Сейчас модель выберем. Блин, иногда это действие проходит очень редко. Ну, вы увидели моё лицо, я его в прошлом видео показывала. Ой, я не знаю, что делать. Замонтировать я не могу, у меня программку не могу найти. Так, что-нибудь изменилось на моём канале? Ничего не изменилось, даже просмотры не изменились. Так. Многим нравится мое видео. Резкая смена темы. О, это самое тупое видео, но нормально. Просмотр все набрало. Нормально, все нормально. Все нормально. Норм. Норм, все. Вы видите мои подписки. А, ничего. И это видео совсем бессмыслицей было. Достаточно бессмыслицей. И, в общем, все видео про My Little Pony, почти все видео, кроме этого и этого. Ну, это я брала. Вот. Почти все видео я беру у него. Это не пиар. Я просто хотела поделиться с вами пару видео. То есть, пару видео из My Little Pony, потому что я не могу вам сразу все показать. Так. Чего за бред? Ну, короче, я не пиарю. Я просто решила с вами поделиться, как мне понравилось это или нет. И я решила просто распространять пони всему миру. Какой мир меня смотрит? Сейчас вам покажу, кто меня смотрит. Раньше была Латвия, сейчас поменялась на какую-то другую страну. На какую-то другую страну. Так, раньше меня Латвия смотрит. Латвия. Чё-чё-чё. Зачем я так делаю? Я не понимаю, зачем я. Не копай в ночи. Сколько не копай в ночи? Не копай в ночи. Я знаю, что ты ищешь там. Я знаю, ты смела. Но лучше ляг поспать. Не копай в ночи. Регион. Я знаю то, что меня Россия смотрит, Украина, Казахстан, Белоруссия. Но это что? Я не знаю, что это за страна, но 2-3%. Может, это? Она достаточно далеко от России находится, через Америку. И... Я не знаю, что это! Ой! Где это находится? Правда.
Вот тут, что ли, потому что там... Это... Россия... А! А где-то он там... Это что? Это все Россия, серьезно? Можно как-нибудь? Где он канул ваш? Где все? Так. Одна Россия. Аналитик. Так, Украина. Вот этот. Овер. Там не было показано в аналитике. Вот это. Я не знаю, что. Посмотрите. Ой, извините за этот звук. Ну посмотрите. Я начала подниматься, как тут скачок был. Пик вверх. Когда был скачок. Вот. Вообще круто стало. Просто круто. Россия так-то нормально меня поддерживает. Украина. Украина, ты меня ни капли не поддерживаешь. Ты мне не нужна, Украина. Все. Казахстан. Спасибо. Там находилась моя одноклассница, откуда приехала старая. Беларусь, из-за тебя скатываюсь вниз. Спасибо, конечно, но зачем ты меня вниз начал? Чё за... Меня ещё и эти страны смотрят? Я же говорила то, что... Я всё... Все, я ухожу, выхожу. Я 12 минут снимаю. Достаточно. Все, с меня достаточно. Кому понравилась серия, ставьте большие пальцы вверх, то есть лайки, и подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте свои комментарии. Ну, в комментариях вы можете написать. Лучше? Ну, короче, я сейчас вам расскажу. Я собираюсь делать свою песню, выкладывать. Я придумала какую песню, но я думаю, то, что вы ее не оцените. Ну, в комментариях напишите, пожалуйста, кто-нибудь напишите. Пожалуйста, взаимная подписка и лайки на все видео. Напишите мне, стоит мне выпускать свою песню, что ли? Голос я фильтрую, чтобы у меня не было такого ужасного, как... Ай, голос! Петь я умею только распеться на так. Но не слишком я ее хорошо пою. Ну, кому понравилась серия, ставьте большие пальцы вверх снова и подписывайтесь на канал. Только не два раза пальцы вверх ставьте, а то лайк уберется. А с вами была я, Ниан. Всем удачи, всем пока!